Мы все время думаем, что мотивация – это вот есть какой-то набор вещей, которые человек получит как мотивацию и в результате начнет работать. К сожалению, иногда мотивация такого рода приводит к обратному эффекту. Ну, то есть люди знают, например, что они получат годовую премию. Они выгорели уже к июню, а премия у них там. И они, значит, начинают как бы вот это вот, чтобы доехать до своей мотивации. Вот. Ну, это такой обычный пример, как бы, ну, часто, к сожалению, такое случается. И мы думаем, что мы их мотивируем, но мотивируем неэффективно. Но на самом деле мы их не мотивируем, потому что мотивация – это когда он здесь сейчас приходит на работу и его штырит от того, что он делает. Вот это мотивация. Вот. А когда он ему пообещали, что если он что-то сделает, его повысят в должность или повысят ему заработную плату, это не работает как мотивация. Мотивация – это то, что работает здесь сейчас. Но запомните главную мысль. Мотивация – это не то, что вы что-то сделали, и он согласился. Понимаете, это зарплата тогда. Мотивация – это когда он… Что такое мы должны сделать, чтобы ему здесь сейчас захотелось что-то делать. Вот вы его смотивировали. А не то, что вы где-то пообещали, там полетели птичка, там много вкусного. Сейчас никто не верит в это, потому что ни одна птичка еще не долетела до середины этого Днепра, понимаете. Времена сейчас такие.